Юные волшебницы. А, вот они едут. Кощей Кощеич, пока у нас есть время, я могу их представить. Царевна Несмеяна, Дарья. Царевна Елена Прекрасная. Василиса, царевна Лягушка. Варвара Коса, длинная коса, тоже царевна. И Соня, спящая царевна. И зачем я согласился? Ну, вы готовы? Почти. Приветственное слово директора, сценарий линейки, буклеты, визитки, сертификаты, грамоты. Профессор, такой момент, а вы? Да успеем, успеем. Подумаешь, ученики приезжают. Не ученики, а ученицы. Царские дочки, девочки. Это же совсем другое. Вот именно что другое. Девочки болтливы, капризны, излишне любопытны и неорганизованы. Ну какой из девочки волшебник? А вдруг редчайший талант? В конце концов, мы же решили. До первого замечания. Решили так решили. Скрип и грохот колесницы, едут наши ученицы. Ну что, мы пошли? Да, идите. Встречайте юных волшебниц. Вау, какая чудесная школа. Сударыни царевны, от лица администрации Дивногорья разрешите. Ой, кошечка какая милая. Это ваш классный руководитель, профессор Кот Баюн. Ой. Проходите, прошу. Нам что, опять самим чемоданы тащить? Не царское это дело. Здесь все приходится делать самим. Но на первый раз. Проходите, устраивайтесь. Стойте, нас же пятеро было. Вы слышите? Кто-нибудь знает, что это? Ты что, совсем? Ты зачем нас пугаешь? Это музыкальная шкатулка. Судя по виду, ей лет 200. Где ты ее взяла? Там. Там еще столько интересного. Сами гляньте. Может, что-то вкусненькое найдется. Ну, вы их уже видели? Скромные такие, дружелюбные. Я считаю, все идет отлично. О, фрукты! Ай, девочки, что это? Ой. Ой. Что-то не так. У меня недоброе предчувствие. Кажется, кто-то проник в ваш кабинет, господин директор. Помогите, там деревья хулиганят. Ух ты! Кто разрешил? Как съесть уникальный волшебный визуализатор? Это не я. Это вот... оно само откусилось. И кто вас вообще сюда впустил? Господин охранник, мы вошли без спускания. Если директор вас будет ругать, так ему и скажете. Девочки, это и есть наш директор школы Кощей Бессмертный. Упс, директор. Ух ты, бессмертный. А если вы грибов ядовитых съедите, ничего не будет? Или муха ЦЦ укусит? А у бессмертных бывает бессонница. А если вы попадете? Стоп, с меня хватит. Я знал, ничего не выйдет. К тому же мы договаривались, что до первого замечания. Дорогие царевны, вы получаете замечание. Отправить их обратно. Сейчас сообщу родителям. Очень жаль. Позвольте, подумаешь, визуализатор. Так симпатичнее. А вот и звездное окружение. Обморозительно. Так что сказать родителям? Не ожидал. Возможно, я ошибался насчет девочек. Да-да,
был неправ. Поздравляю, вы приняты в нашу школу. Ура!